Всем привет. Это мой новый блог. Проблема не влазит, деньги в кошелек. Чуть больше одного блядского миллиона рублей. Делать деньги, блядь, пальцем. Что по девочкам тут? Шишка дымится, блядь, не могу. Долбим наркоту. Нарок жив в натуре, нахуй. Ао, мы в Волгограде, и сегодня самый маленький клуб из всех тех, где мы уже были. Хуй его знает, как тут прыгать, но что-нибудь придумаем. Короче, сегодня полный разъем. Сегодня город Волгоград, и мы сделаем так. Паша! Парень, давай-ка по деталям, я тебе не угодил. Это не то, чего ты ждал, и, сука, я тебе не шутать. Эти ублюдки понимают, ты зером там. Ну, нормально? Нормально. Алишер, можно? Ты просто... Может, чисто. Не, пока что у нас в каждом городе такое. Бабочки поют. А тут... Нормально, нормально, Волгоград. Спасибо, это было прикольно. Не надо давить, просто раз. Там он ее говорит, и на гору носит, там же низко. Спасибо большое. Давай, давай. Ее зажали, получается. Красавчик. Господа, чтобы вы больше не страдали такой хуйней, показываю, что будет. Заебись, заебись. Ты хуйник стал, да? Просто мешал. А-а-а, бля! Бля! Зачем? Спасибо, Алиша Тагевич. Паспорт? Студак. И два студака. Я побежал, все, извините. Доброго ранку, господа ублюдки, и вы не поверите, но это, мать его, новый влог. Кукуха встала на место, все, пора возвращаться в строй. Я много анализировал свою ошибку и понял, что я слишком дохуя из себя строил. То я блогер, то рэпер, то не блогер, то не рэпер. Все, можете называть меня как хотите, я все понял. Я, мать его, рок-звезда. Да. Да-да, именно рок-звезда. И Ростов-на-Дону не даст соврать. А вот это нахуй рок-н-ролл, блядь. Мы уже неделю находимся в огроменном туре на 50 городов, и я думаю, вам было бы интересно, как это все происходит изнутри. Мы даже купили специально для этого вот такую вот дичь. То есть теперь я все, я в натуре блогер. Я теперь буду разговаривать с куском пластмассы и доебывать всех. Ну шо, погнали. Всем привет! Это мой новый влог. А позвольте мне представить моего сожителя. Это Тимофей Затеев, АК твой босс. Весь тур мы будем жить вместе и друг друга заебывать. Он также за камерой. Я обычно привык просыпаться часа в 2-3 дня, но здесь, в туре, мы просыпаемся каждый день в 9 часов утра, даже иногда раньше. Вот сейчас ровно 9, должен позвонить нам наш турменеджер и сказать: вставайте. Как по часам, ебать. А. Чудо, чудо. Доброе. Спасибо. Чтобы вы понимали, мы живем здесь один день. И уже успели превратить этот номер в свалку.
Сейчас пойдем на завтрак, а потом будет одно из самых неприятных вещей в туре. Надо будет все это собрать и паковать в автобус. Здорово! Я думаю, вы все отлично помните вот эту прекрасную великолепную карту от Рокетбанка и те охуенные стикеры, которые мы дарили в прошлом видео всем, кто ее заказал. В этот раз у вас есть последний шанс получить эти прекрасные стикеры. Про эту бешеную карту, я думаю, вы и так все прекрасно помните, но мои ребята, моя команда, они не знают пока, насколько она охуенная, поэтому пойдемте вместе им все расскажем, а вы не смейте перематывать, потому что в конце, по традиции, вас ждут приятные сюрпризы. Погнали! Блять! Ты нахуя пришел? Тут пиздец. Во-первых, никакой комиссии за обслуживание. Ни после первого месяца года, никогда. Карта абсолютно бесплатная. Это ж прямо в космос полет. Во-вторых, каждый месяц вам начисляется 5,5% процентов годовых на остаток в рублях. Никаких там порогов максимальных, минимальных. Каждый месяц, сколько бы вы на карте ни держали, вы получаете на остаток 5,5 годовых в рублях. Пиздец. Кэшбэк. 1% абсолютно со всех покупок. Плюс вы сами выбираете себе любимые места, где будете получать до 10%. Это могут быть фастфуды, заправки, рестораны, кафешки, бары. Все, что угодно. Я уже выбрал любимое место. Мы сейчас идем в стрипуху. Плачу я. Бля! Вы можете снимать бабки во всех банкоматах мира без комиссии. Обменный курс обновляется каждые 5 минут, так что не ссыкуйте. Никто вас не пересчитает по худшему курсу. Все списания финальные. Ебать, вот это дела, ребята. Никаких банковских отделений с очередями. Только карта, мобильное приложение и самая человечная техподдержка, которая поможет в любое время суток. Так что, дружочек мой, солнышко, не тупи. Ты прямо сейчас заказывай эту прекрасную карту. И получишь от нас в подарок набор охуенных стикеров, да? Ну а всем тем, кто уже заказал себе эту карту или закажет сейчас, оставайтесь с нами, наблюдайте, следите, потому что дальше конкурсы будут жестче, круче, и призы вообще будут просто ваш ебальник разрывать. Ссылка внизу. Прекрасная команда. Доброе утро. Вот тот самый человек, который нарушает наш покой каждое утро. Павел ответственен за то, чтобы все в туре пребывали в здравии и благополучии. Поэтому каждое утро мы питаемся витаминками. Потому что команда огромная, если кто-то наебнется, пизда всему туру. Честно, давненько не видел отели, где вместо карточек ключи. Особенно вот, не знаю даже, как это назвать, блядь, вот так. Все, пора паковать чемоданы и сваливать из этого прекрасного города. Это, смотрите, мне подарили куколка. Это мне подарила жена. Сказала, чтобы это спал не с фанатками, а вот с ним. Ну, а это вот моя скромная коллекция ювелирочки. Вот пасть, ананасы, цепки-цепки. Как думаете, в каком из городов уборщица в отеле все это спиздит? Тетя уборщица, прости, пока. Всем привет, с вами автоблогер Монгенштерн. Это обзор нашего турового автобуса. Это Mercedes Sprinter. Вроде так. Он синий, с колесами 6 сиденек. Они еще откидываются вот так. Можно лежать, очень классно. Денис все сделал. Там у нас кровать, на которой можно отдыхать. И здесь нас сопровождают по всему туру ваши прекрасные трофеи. Спасибо. Мы сядем вперед и подоебываем водителя. Это наш водитель, Денис. Денис, профессионал своего дела, и отвечает за то, чтобы наши жопы доехали в целости и сохранности. В общем, мы снова блогеры, наша работа доебываться до людей, я сейчас до тебя доебусь. Работа. Сколько вы уже трахаетесь с этим дерьмом? 15 лет. Именно туры возите? Нет, туры... А туры именно туры? 2 года.
два года. А кого еще возил? Это секрет. Это секрет. Приятная работа. Да. Мы разъебемся. В каком плане? В хорошем, да. Также Денис нам помогает продавать мерч. Но вы смотрите, если будете сильно там наглеть, может и уебать. Опа, первые проблемы. Какая проблема? Проблема, не влазят деньги в кошелек. Вот видите, парни, надо кому-нибудь деньги. У нас тоже жизнь не сладкая, а вы думаете, вот музыканты, блогеры, блядь, живут припеваючи. Не влазят бабки в кошелек. И что теперь? Пиздец, сжигать опять нахуй. Опять выбрасывать. Если вдруг посреди трассы приспичило, собственно, туалет, все туалеты здесь на улице. Тебе и жизнь рок-звезд, блядь. Барабанит так, что руки, блядь, в крови. Иногда ёбр террорист. А когда мы едем в автобусе, он пытается постоянно заблокировать телеграм. Остановились на заправке, чтобы сделать обзор хот-дога. Дешевый хот-дог против дорогого хот-дога. А помните, что ролик создан при поддержке 1x вас ебет. Собственно, круто, вкусно, классно. Прям как и в Америке, сосиска в булке. Единственное, что смущает, то, что в Америке тракторы не ездят назад. В Сызрани трактора ездят задом. Давненько вы видели, что где-то торгуют дисками. О, моя любимая группа. СТ. Да. Походу. Интересно, это лицензионные или, блядь, пиратят? Интересно, это вообще кому нахуй надо? Две фуры упало вот так. И вся трасса теперь стоит. А, в общем, у нас в автобусе есть рация. Вот такая. На которой сидят дальнобойщики поблизости. Сейчас я попробую у них узнать, что тут по девочкам, которые стоят на трассе. Сами мы девственники, ебаться не умеем, но я бы хотел снять у одной из таких представительниц древнейшей профессии интервью. Мужики, подскажите, что по девочкам тут? Шишка дымится, бля, не могу. Вертеле одна вроде крутится. Где-где? Есть, смотри, по обочине. Уже проехали, нет? Бля, проехали, нет, ее забрали уже, походу, пиздец. Ну, погода сегодня, так сказать... Смотри, там возле этого стоит, ты на Москву же идешь. Возле, бля, учителя стояла такая, розовая. Да, и мы забрали ее, да. Погода, короче, сегодня не шлюховая, а прохладно на улице, поэтому в следующий раз обязательно, когда будет потеплее, кого-нибудь мы заберем и поснимем интервьюшечку. Все, приехали в Самару, уже темно, время почти 8 вечера. Здесь все в сугробах, снег, походу, вообще никогда не убирают, и наш отель прям в панельном доме. Рок жив в натуре, нахуй. Давай сразу сходу обзор. Мы сегодня близко. Make today amazing. А батареи не работают, что ли? Потрогаем вам горячего. Возможно, вы думаете, что мы рок-звезды в туре. Сейчас ебем фанаток, долбим наркоту. Хуйню не думайте. Сидим, пьем пивко, кушаем рыбу. И пишем какому-то чуваку, который забыл выйти из ВК, статус. Вот это, блядь, настоящий рок-н-ролл. Мы, короче, управляем временем. Сейчас у чувака будет статус «Я во влоге Моргенштерна», но он этого не знает. Но узнает как бы вот сейчас, вот, когда это как бы вышло. Поясни. Короче, сейчас этот чувак поймет, что он стал известен. И мы ему в этом поможем. Бузулук. Давай, братан, нажимай на эту кнопочку. Опа. Андрюшка Пивнёв. Друзья, пускай расскажет. Андрюш, салют. Будем знакомы. Ебать, мужики, нахуй! Что вас завтра? Мы разъебали этот город нахуй! Самара, пизда тебе завтра, пизда! Take me down to the paradise city with a brand.
Самара, пушка! Так, пока на эмоциях, расскажу. Мы уже в номере, ночь. Но сегодняшний наш прекрасный день отдыха в баре закончился дракой. Димон прекрасно танцевал на стойке, вы видели. Мимо прошел какой-то парень и сказал так: «Пидоры». Одному из нас это не понравилось. Он вышел вслед за ним и сказал: «Кого ты назвал пидорами, блядь?» Ну и, собственно, все и началось. Дошло до того, что один из самаровцев начал звонить братков, говорит: «Ебать, меня отпиздили, приезжайте». Позвал всю свою братву. И, в общем, мы решили долго не ждать и аккуратненько съебаться. Потому что, ну нахуй нам проблемы, у нас завтра концерт, пизду. В общем, мы сейчас... Мы купили конфет, коньячка, ебать. И отмечаем то, как отъебашили этих даунов из Самары, блядь. Они их у нас пидорами называть, блядь. Салют, Самара, прикольный у вас город. Завтра концерт. Сладких снов. Доброе утро. Я в туре стараюсь очень мало пить. Просто, ну, у Самары такой вайб. Зачем вчера пацана отхуярил? Я его не отхуярил. А что ты с ним сделал? Ничего вообще. Сука, блядь, пидор. Ну, одну, хотя бы одну. Окей. В Инстаграме я постоянно пытаюсь избавиться от денег. И вы постоянно мне пишете: «Блядь, лучше бы мне отдал». Окей. Все, мы решили отдать это вам. В телеграм-канале моем, который находится в описании, мы периодически будем разыгрывать бабки между вами. Там по 100, по 500, по косарю, по 2, по 5 тысяч, по 10. В общем, будем разыгрывать бабки между вами. Все, что вам надо, это просто подписаться на наш телеграм-канал и ждать очередного конкурса. Вот все. Так что, если ты везунчик, ты знаешь, что делать. Ну еще одну. Как думаете, они там? Нет, все. Остаток вам. Все, в телеграм-канал, в описании. Пиво забыли. Пора на площадку. Несмотря на то, что снега очень много в этом городе, сегодня нас с утра встречает солнышко в ебло. Даже есть душ. Можно будет сегодня людей поливать. Охуенно. Звезда-то начать. Самару сегодня будем поливать. В каждом городе есть райдер. Мы прописываем, что должно быть у нас в гримерке. И сегодня организаторы сделали просто муа. Мясо, овоцы, сыр. Мясо, овоцы, сыр. Ты чё, блядь? О, вы его купили? Нет, он был тут. Все, я сегодня поливаем людей. Уничтожать людей. Много, очень много пива. И, наконец-то, три яблочных сока, блядь, впервые в городе. Сигареты, чай, шоколад. Опа. Сцена кайф. Сцена хороша. Просторненькая, можно вот тут ставить ногу. А, смотрите, а вот это Марк. У него есть хобби иногда блевать перед концертами. Я просто кашляю, а потом блин. Я думаю, вы прекрасно и так этого молодого человека знаете. Фотин, который помогает мне продюсировать треки, ебать, и сами ебашит хиты. Дайте с бонусом. Счастливчик, тебе повезло. 200 штук. Я пошел посмотрю, как дела на сцене.
Смотрите, это барабаны. Это бочка. Она делает дух. Это рабочий. Он делает тыщ. Это хай-хет. Или как вы любите, цицики. Они делают... Это крэш. Крэш делает хуяк. Это тоже крэш? Тоже крэш. Тоже хуяк. Это райт. Райт делает... Это чайна крэш. Он делает хуяк, но по-китайски. Это том. Том делает бум-бум-бум. И это том. Блядь. Барабаны. Живые барабаны пизже, чем электронные. В них намного больше энергии. Они ебашат, короче. Смотрите, это Серега. Серега наш звукарь. Да. Он делает так, чтобы ваши ебалы рвались от звука. Не западло рассказать, что у нас за аппарат вообще? Да изи. Давай. Ну что, классика. Behringer X32 REC. Рабочая лошадка. Вот, потом у нас есть 4 Инейра. Это Алишеру, это Артуру, Марку и мне. Я хожу по залу, контролирую звук там в ушах. И, в принципе, типа в ушах тоже слушаю, как звучит LR-система. Это компандер, собственно, антенна. Отсюда она выводится, ставится, это чтобы ребята слышали передатчик. Ну, передачу сигнала, вот. И сзади у нас есть небольшая финтифлюшка. Вокальный предусилитель. В нем также есть компрессор. Гейт, дейсер и некое подобие эквалайзера. Вот это... Микрофон, чтобы был беспроводной. Да. Собственно, радиосистема Shure QLXD. И микрофон SM58. Вы что-нибудь, блядь, понимаете, я нихуя. Собственно, ничего хитрого и сложного. Вот. 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 А вот. Вот. Помимо микрофонов, есть такие забавные штучки, как триггеры, которые вместо того, чтобы делать ходыщ, делают хапум, и вы разлетаетесь еще сильнее. А сейчас скажу вам по секрету, вся эта аппаратура лично наша. Мы решили ее купить, чтобы во всех городах звук был охуенный. Просто вдруг там в каких-то городах в аренду невозможно что-то взять. Мы решили все это купить, чтобы ёбла у вас разлетались от качественного звука. И все это, вся аппаратура, обошлась нам чуть больше 1 миллиона рублей. Нам главное, чтобы вы поняли, что такое настоящие, блядь, концерты. А не вот это вот... Я-я. В общем, мы здесь, чтобы показать уровень. Что же такое саундчек? Саундчек — это настройка звука, чтобы все у нас звучало охуительно и ваши ёбла падали, басов было много, слэм был мощный и все такое. Как вы понимаете, у нас не просто идет минусовка и голос, у нас очень много инструментов, очень много микрофонов. Давайте считать. Бас, гитара, микрофон первый, микрофон второй. Сейчас будет третий. На одних только барабанах 8-9. 9 микрофонов только на барабанах. И все вот это надо между собой так идеально совместить, чтобы зубы крошились просто у вас. За это отвечает Серега. А Сереге я доверяю. Серега умеет нахуй. Я знаю, что меня по-любому смотрят несколько рэперов. Вот вам совет на всю жизнь. Когда вы... читаете свой ёбаный рэп, никогда не держите микрофон вот так, блядь. Вот. Не закрывайте ему головку. Вот. Вот так надо держать микрофон. Если держать вот так, будет хуёво. Только так. Вообще, на самом деле, я в саундчеке очень мало участвую. Я только под самый конец выхожу, в микрофон пою. И, в принципе, все. Ребятки там отстраивают микрофоны, инструменты, барабаны, аппаратуру, все оборудование. А я сижу в гримерочке и думаю о светлом будущем. Все, пришло мое время чекаться. Пойду на сцену орать. Это ушные мониторы, мать их. Потому что мы кто? Профессионалы, мать их. Окей, саундчек, мы готовы нахуй. Давай сделаем это. Лис, шмара, шлюха, шмара, курва, курва, шмара.
Победил Оксимирон! Фу, блядь, все, саундчек закончен, звук настроили, все супер, в зале ебало разлетается. До концерта осталось целых 4 часа. Что мы сейчас будем делать? Вам лучше не стоит смотреть, поэтому я вот сейчас щелкну, и нихуя не произойдет, потому что, ну, не надо верить в чудеса. До концерта 2 часа. Я готовлюсь и разминаюсь. Короче, это пиздец полный. В каком бы состоянии я не был, но этому городу сегодня пиздец. Ебануться нахуй. А, в смысле, класс. Охуенно. Спасибо. Да не, ну все спасибо. Ой. Ну, братан, ёпта. А, концерт же надо сегодня играть. А мы куда идем? Курить. А, пойдем. В общем, какая ситуация? Я теперь не вижу ничего дальше 5 метров. Если вы уродливая тёлка, возможно, вы для меня красивая тёлка. Потому что очков у меня больше нет. Пиздец, а? Пиздец. Ну стой, монокль, блядь, оставь! Блядь. Монокль, блядь, блядь, оставь! Резко! Чёрт, готов? Куда? На фотосессию, конечно, блядь. А сейчас у нас будет фотосессия. С людьми, которые купили VIP и VIP входной. Мы будем фоткаться, фотографироваться. Я готов. Пизда, Самаре, пизда, пизда, Самаре, чувак, пизда. 5 минут готовность. Давай нахуй. В общем, все, пора выходить на сцену. Артур! Какая ситуация? Артур! По очереди выходят музыканты. Димон, Маркел, Артур. И начинают ебашить. Потом выходит Олежа. И представляет нас всех. Я думаю, мы готовы. Пора. Okay.
Вы же знаете, я собираюсь вернуться в строй, снова вернуться на ебаный YouTube. И вы первый город, который мы снимаем, Самара. Так что давайте сделаем сегодня так, как в последний раз. Окей? Да, блядь. Вот ты, если ты когда-нибудь был на концертах своих там любимых этих там, как, блядь, реперов, забудь. Это был не концерт. Хочешь концерт, приди к нам, блядь, и посмотри, что такое ебаный концерт. Пизда, пизда рулям. На бис пойдем? Можно, давай. А давай разъебем. Да. Самара. Пиздец. Сколько мы людей вытащили? Человек 5-6 вытащили. Не, больше. Там только два парня ноги поломали. В общем, если вы собираетесь идти на наш концерт, будьте готовы к рискам, потому что здесь все происходит очень жестко. Мы за вас переживаем, мы действуем аккуратно, но здесь ебаный ад. Будьте к этому готовы. Окей, Самара. Самара. Мы же Самара, нахуй. Выходим на бис и доебываем до конца всех, кто не доебался сам. Как вы на это смотрите, Самара? В отель. У нас здесь сегодня скромная тусовочка. В общем, у нас завтра Оренбург. Выезжать в 7 утра. Дня отдыха не будет. Сразу выезжаем и на площадку. Поэтому отдыхаем. Привет. 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 Хуй знает, что происходит, но в принципе мне нравится. У меня столько эмоций, столько. Вообще просто трэш! Вышка! Эти люди никогда, они меня даже не знали, нахуй. Мы не знали, но мы никогда не слушали музыку, но мы просто охуели. Никогда не слышали музыку. Такая у нас работа, заставлять людей охуевать. Дорогие друзья, давайте выпьем за сегодняшний разъеб ебаной Самары. Это было легендарно. Я не пью сегодня, я не пью. Тусовки в Самаре не кончаются никогда, блядь. Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть! Короче, пожар был, оказывается, у наших ребят, потому что вот эта вот хуйня сгорела. Ну вы чё?
сейчас делаем? Открой кто, открой кто. Что происходит? Надь, Надь, это пожар. Стой, Надь. Я могу посолить. Пиздец. Пожар закончился. Пора продолжать веселье. Что сейчас надо сделать? Сейчас надо текилу вожрать, чувак. Не, угореть? Угореть, конечно. Вот. Короче, нехуй париться, чуваки. Давайте сначала угорим, а потом будем... А потом погорим. Пожара нет, горим сами на. Скажите что-нибудь по-моргенштернски. Ребята, могу я выпить с вами за настоящий честный рок-н-ролл? Который вы делаете на концертах? Рок-н-ролл, мать его, блядь. Я вот так смотрю, когда бью. А это приятно, окей. Вот. Реально так считаешь? Да. Класс. В общем, подошел к концу наш влог. Я надеюсь, вам понравилось. Вот так проходит концерт в одном ебаном городе. И если вы вдруг по какой-то причине до сих пор не купили билет в свой город, пиздуйте в описании. Найдите там свой город. И поймите, наконец, что такое настоящий, блядь, концерт. Сладких снов. Сладких снов. Нам завтра в 7 утра выезжать в следующий город. Я надеюсь, мы останемся живыми. Пока.